Здоров, народ! Вы на канале Миклуха Макфлай, и мы сегодня супер-злодеи супер-мультиков. У нас есть коварный супер-злодейский план! Мы приехали на место, где все свадьбы вешают замки. Понятно? В общем, наш коварный план состоит в следующем. Мы взяли магнит на 400 килограмм. Будем бросать в реку, выловим все ключи, подберем ключи к замкам, откроем замки, и семьи разрушатся. Очуметь, друзья, мы такого не ожидали. Вы сейчас одуреете. Смотрите. Они, получается, бросают замки, а не ключи. Смотрите, мы с одного заброса выловили 1, 2, 3, 4 замка. Вот это да. Так, что у нас здесь? 2 ключа и еще один ключ. 4 ключа. Неплохо, неплохо. Продолжаем. Нет, все равно забавно. Так, смотрим. Еще один замок. Очень странный. Еще один ключ. Здесь. Слабовато, нашел, вообще открутился, прикинь. Сейчас бы потеряли. Смотрите, открутился. Охренеть. Выключай. Супер поворот. Выключай. Смотрим. В этот раз там много прямо. Да, смотрите, какая штука. От чего-то. Что штука? Ого! Совет да любовь с ключиком прям. Прикол. Дальше. Это что тут делает? Да это микроключи. Слушайте, это будет самая большая коллекция. Очистка. Ключей на свете. Не, на самом деле ничего коварного в нашем плане нет, потому что коммунальные службы периодически очищают этот забор, потому что сейчас вот на нем почти нет замков, это значит их поснимали. Поэтому никакого преступления мы не делаем, просто прикольно. Смотрите-ка. Да, смотрите-ка. Магнит. Ага, колонка. Мы магнитом поймали магнит. Круто. Монетка. О, наконец-то. Наконец-то мы на этом деле начали зарабатывать. Так, еще может один... быть, кстати, некоторые люди думают, что это какой-то колодец желаний, что ли? Не знаю. Сейчас посмотрим, что за монетка у нас. 2 рубля. Ну, неплохо. Ну, я считаю, что очень неплохо. Смотрите, как у нас коллекция уже тут образовалась. Продолжаем. Так. Так, тут еще один кусок магнита. Мы на магнит что-то ловим очень много магнитов. Снова ключ. Еще 2 ключа. У сердечка ты заметила? Где? Не. Не похоже. Ну не. Итак, мы уже переместились. Thank you.
Все. Последний ключик мы выловили. Больше там нет ничего. Мы переместились на другую сторону моста. Это нелогично, течение ведь туда, и по идее все должно быть с той стороны, но мы суперзлодеи из мультиков, мы лишены логики, поэтому будем ловить теперь здесь. А мне вот все-таки кажется, что это логично. Они же вот оттуда плывут туда, и мы их можем забрать. Свет на этой стороне. Какие-то камни. Ну так и должно быть, значит все на той. Все, мы проверили. Ай, что на этой стороне ничего нет, перемещаемся обратно. Чередой. А ты поговорил, что тут мы все выловили. Нет, тут слишком много ключей. Мне кажется, можно собрать коллекцию ключей. Кстати, когда мы вот забрасываем, люди проходят и спрашивают нас, а вот что это такое? Нам приходится объяснять, что это наш коварный план и что это... Да, и это магнит. Так, наш улов за 30 минут бросания. Посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ключей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27 ключей. 7 замков. Вот такое количество семей мы сегодня разрушили. Где люди играют в волейбол и даже не знают, что за их спинами случилось преступление века. 34 семьи мы сегодня разрушили. Ну, а может быть и нет. В общем, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а то мы придем и разрушим вашу семью. Миклуха Макфлай.